Всем привет, дорогие друзья, с вами Леон и Варпач, мы продолжаем играть в GTA Online, ну и, в общем, у нас тут весьма такая обычная рутина. О, да, я вижу два самолета. Давай, высаживаемся. Окей, аккуратно. Оба, оба, побежали. Нет, это нормальное дело, знаешь, на самом деле, истребитель угонять с военной базы. Ну да, каждый так делает. Как у тебя там успехи? Я бегу за самолетом. Блин, я не умею управлять истребителем. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, полегче. Я надеюсь, что я смогу. Так, все. Полетел. Шасси как убрать? Ой-ой-ой, по мне стреляют, не поверишь. Подскажи, как шасси убрать. На L3. А, меня ты убили, прикинь. Фига себе. Так, я не знаю. У меня все нормально, я все. Я попробую проникнуть на военную базу. Блин, как громко самолет-то этот. Прям вообще. Прям громкий. Вообще. Ну да, турбина у него. Кстати, знаешь, что прикольно еще? У него турбины реально, вот если у него что-то сзади есть. А сзади самолета он это опрокидывает, как бы, ну, действует, как знаешь, как реальная турбина. А, понял. Ну то есть физика, короче. Да, 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 да. Блин, я еще даже не проник на военную базу, мне уже звезды дали. Ребята, вы ошибаетесь, я хороший парень. Я хочу всего лишь украсть ваш военный вертолет за каких-то там миллиард долларов. Я мертвую петлю сейчас сделал. Да. Такое обалденное чувство. Кстати, на самолете прикольно делать с мертвой петлей, не так сложно и прикольно. Сейчас я попробую кого-нибудь пристрелить. Так, ой, я ой, почти ой, добежал. Офигеть, у меня двигатель просто выключился. Я хотел его убавить. Я сразу управление потерял почти. Так, я почти добежал. И тут много этих. Я! Ты хочешь поиграть со мной, он мне говорит. Yeah! Обалдеть. Главное мне не угробить этот самолет раньше времени. Главное мне взлететь хотя бы. Потому что меня тут реально преследуют. Меня хотят убить. Залезай быстрее, да что ж ты так долго-то? Полетели. Давай. Чувствую, давай, я попал все-таки. Все, я взлетел. Окей. Ой-ой-ой-ой-ой. Мы перед этим вообще хотели устроить спарринг на вертолетах. Да. То есть найти вертолеты, которые вот в предыдущих частях вот мы стреляли, и вот на них полетать. Я как понял, мы в городе, да? Это надо не на военную базу было лететь, хотя может и на военной базе что-то подобное было бы, но... Ну там, я там больше мне понравился истребитель. Ну вообще так, да, это где-то. Слушай, это походу не ты. Ты на месте стоишь? Нет, я лечу. Все, понял, это не ты. Ой-ой-ой-ой-ой! Я разбился! Не удалось мне долго полетать. Быстро я разбился. О, нифига, я вижу типа, он, короче, едет по шоссе, и я его сейчас встречу. Да манал я! Сейчас, в общем, немножко ослабим движок. Здравствуй. Так, дядя механик. Ой-ой-ой-ой, нет-нет, блин! Вот я тоже разбился. Вот, короче говоря, турбины вот эти вообще гонимо сделаны. Он их понижает настолько сильно, что он их выключает. Вообще, что ли? И ты падаешь? Да, да, и я упал из-за этого. Я хотел чуть-чуть, знаешь, пониже скорость сделать, а он просто выключил турбины и пипец, блин. Офигеть. Ну, он самолет мой говорит, да куда ты едешь-то? Мою машину доставили, но я не могу к ней попасть, представляешь, да? Мич, ты там! Мич! Начинается, блин. Мич, ты там! Нитрокиллер 2012. Как? Ну, походу парень родился в этом году. Спасибо. Пошел в мут. Да, блин! Еще, это еще какой-то.
Вот заметил, кстати, несмотря на то, что ограничение по возрасту 18+ в игры, играют преимущественно только дети, блин. Да. А кто это говорил, ты не знаешь? Ну, всех муть, и не будет проблем. А, окей. Так, ладно, я, если чё, АФК, сейчас я... Блин. А, чё я сделал, присоединиться к чему-то там, выход из сессии. Блин, нечаянно, прикинь, нажал, куда-то вверх взлетела камера. Я куда-то присоединяюсь. Сейчас выйду. Оттуда, откуда я, куда я присоединяюсь. Блин, я еще раз хочу нормальный истребитель это угнать. Блин, нафига вот эта функция выключить двигатель во время полета, вот непонятно. Да, это может быть, чтобы посадить его. Ну, посадить-то я могу и с включенными. Ну, по идее, да. А вообще я автостопом еду. Куда? Автостопом еду. Ага. Я залез на фуру, которая перевозит бревна. Угу. И просто, знаешь, так потихоньку еду себе. Нормально. Так, что у меня там по финансам-то? Так, финансы, поют романсы. Деньги откуда-то взялись. Так, друзья, присоединиться к игре, присоединяюсь к тебе. Угу. Сейчас поедем на военную базу как-нибудь. Правда, ехать туда далековато. А я вообще предлагаю задание начать. А какое у тебя есть задание? А у меня там, по-моему, целых два даже. В этой сессии максимальное количество игроков, отлично. Ну я сейчас тогда тебя приглашу, хуй вышли. Да, пригласи меня. Так. Подсоединение к GTA Online. Ну, короче, что я могу сказать? Это прикольно смотрится, когда заверяешься на фуру, которая перевозит бревна, и ты как автостопом реально едешь по шоссе, смотришь мир, радуешься всему. Еще бы были анимации, там присесть, что-нибудь лечь. Да-да-да, костер разжечь. Ну, что весело. Ладно, у меня, короче, от Симона два задания. Джентрификация и кража в Эльбуро. Что? Ну ладно, без разницы. Кража Эльбуро. Мексиканские гангстеры все-таки... Все-таки напыщенные, не так ли? Я одному из Эльбуро Хайтс выдал кредит на крутую тачку, оранжевый доминатор. Вот только с кредитной историей у него швах. Так что надо бы забрать его назад. Это территория банд, ну ты же ведь... И у меня музыка сразу такая в тему. Отлично. Данная сессия... А, ну ты у меня не в сессии. Да, я жду приглашения. Нифига тут назначено за голову. Кто-то 5 тысяч назначает, кто-то 3 тысячи за голову. Очуметь. Ну, ребят, я... деньги есть. Отменить, еще раз пригласить. Вот теперь пригласил. Ну и ладно. Все вижу. Так, угу. Ой, так не то, вот это задание приглашено, да, все, захожу. Заголочка данных о сессии. Испанская тут, напевы, блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, я к тебе подсоединился. Эти песни уже наизусть буду знать в этой игре. Это перестрелка, опять же, с бандосами. Ох, вы только гляньте, какие вертолеты-то здесь, а! Ух ты, это, видать, этот парнишка на вертолете летал. Наверное. Давай подождем, пока он сядет. О, отлично. Давай. А он, кстати, тоже, походу, из мяса. А-а-а, он не пускает! У вас нет доступа к этому личному транспорту. Деда, тетя, пусти! Пусти! А, все. Во, он пустил. Нормально. Вот на таких вертолетах надо дуэль устроить. Да, это точно. Будет прикольно. Если вы повернете свою голову налево, то вы увидите карьер. Вот. Прямо такой карьер. А вот внизу динозавр такой большой.
фиолетовый там. Это как экскурсия такая. Да-да-да. Ветряные мельницы. Они вырабатывают электричество. Электричество, да. За счет воздуха. А что-то некоторые не работают. На самом деле их крутят белки внизу, это не от ветра они крутятся, а потому что там внизу рундучки такие, знаешь. Для красоты вот так вот просто. Да. Просто, главное, в Америке есть такая штука, как они типа называют ее, что мы добываем электроэнергию, на самом деле они используют труд бельчат и бурундуков. Да. И сами мельницы крутятся и разгоняют землю. Да. Крутят землю. Поэтому земля движется. Надо написать учебник. Вот он, смотри, это же дамба. Вспоминаешь, что это за место? Из Сан-Андреаса. Да. Смотри, да. А прикинь, отсюда спрыгнуть ему туда вниз. Надо пометить это место. Окей. На карте. А, ну там, не знаю, ручеёк большой, небольшой. Сейчас не ставь, ну ты визуально запомни. Окей. Ой, это не сложно. А то парнишка не... Да-да-да, все, я понял. Ничего хорошего. Примерно запомнил. Так, жизнь команды у нас по две штуки. Окей, кстати, у меня парашют одет, нет? Ну ладно, не буду рисковать. Соберите доминатор. Надеюсь, доминатор на 4 места. Ну или хотя бы на 3. Ничего страшного, в любом случае... Постреляем сейчас еще. Это по-любому. Итак, я готов целовать землю. Окей. Итак, снова делаем умные лица. Смотри, там какие-то нигеры стоят. А нет, не нигеры, белые. Так, подожди, стой. Ого. Это в смысле что, все так быстро? Это в смысле он вообще беспардонный паря. А там на нас сбиты бежим, бегут. Бежим. Ой-ой-ой-ой-ой. Аккуратно. Они издеваются. Убежай, уезжай, уезжай. Уу. Неплохо так. Ой, не говори. У чувака явно на них зуб какой-то был. Он прям их расстрелял без предупреждения, знаешь. Но. Мы обычно там раз что-нибудь так отметим для себя. Так, вон там типа пуля стоит, там за стеночкой. Да-да, он просто оценили их... Оценили ситуацию. Изрешетил. Нафиг, нафиг. Блин. Кому ну, это нужно? Мне кажется, он... Нет, он жив. Он, наверное, на вертолете сейчас прилетит. И жизни он не потратил. Ну да. Знаешь, по сути, вот так вот просто взяли и воспользовались им. Да. Машину угнали. Нормально. Кстати, она такая оранжевенькая. Ну, неплохая. Классненько. Чем-то, по-моему, Мустанг напоминает. Может, даже прототип, кто знает. Да. Хуноу. Вообще, где-то есть такая информация неофициальная, какая машина под какую была заделана. Ну да, тут как бы видать, там вроде Audi есть, и еще какие-то планы машин. А, вон она что. Значит, ты решил схалтурить. О, смотри, полный кайф задание. Полный кайф? Может быть, выберем его? А что там? Я не знаю, это задание. Надо, если вас преследуют реактивные истребители, без скоростной машины не обойтись. Бегуны пытаются уехать из аэропорта на автомобилях. Охотники преследуют их на лазер. У вас только одна жизнь. Бегуны выигрывают, если хоть один из них доберется до Аламаси. Вау. Давай. Тарарай. 2-1. Проиграл, да, лузер? Нам нужен был от тебя лишь вертолет. Мы просто использовали тебя. Вообще. Мне тут такая нигерша магазин грабит. Всякое бывает. Так, ты тоже, да, загрузился уже? Мы, походу, сейчас будем как-то то ли друг против... А, он в свободный режим, что ли, ушел? Да, он, я так полагаю, просто ушел. Сказал, да, идите вы. Идите вы, летайте на своих самолетах, да? Угу. Ну, все, в принципе, запускаю. Да, тут, я думаю, ничего такого не надо. Наверное, кто-то за одним будет гнаться, а кто-то это, нет? Команда бегуны, охотники. А, понял. А, я походу охотник буду, да? Угу, будем друг друга стрелять, окей. Если что. Бегуны, охотник. Погоди, стой, охотник, ты, получается, будешь... Я с канистры такой стрелю. А я почему-то подумал, это истребители там будут. Да там, вот, да, я передо мной истребитель стоит. Три, два истребителя, нифига себе. А, передо мной машины, короче. Три истребителя.
Доберитесь до места. В общем, ты должен меня уничтожить. Натуре, прикинь. Тут у меня и машины, истребители. А потом, наверное, поменяются места. Нифига себе, такая взлетная полоса, знаешь, вообще офигенно. Хорошо. Ты должен постараться, я тебе скажу. Я постараюсь. Кстати, ну ты помнишь, да, ту тему, что я тебе говорил, если понижаешь, ты следи, за двигателем. Чтоб не окончательно не разбиться. У меня, если что, есть парашют. О, ты тут совсем рядышком. Да, я тут пока завтыкался. Ничего страшного, я тебе фору дал. Не, я знаю, что на истребителе реально тяжело попасть. Ой, реально это двигатель-то дохнет. Зачем так сделали, непонятно. Не говори. О, ты где-то, я тебя слышу. Ой, тут дома высокие. Дома высокие. Ну слушай, тут дома такие высокие. Такие маленькие дома, такие высокие здания. Такой маленький я, такие большие дома. Лови. Вау! Что это было? Черт! Вау! Нифига дела! Черт! Зараза, это было, я тебе скажу, вау! Черт! Блин! Блин! Окей, я так полагаю, у меня одна жизнь. А у меня, походу, тоже. Ой-ой-ой. Ты знаешь, так, тяжело не разбиться. Да представляю. Ну ты неплохой на меня заход сделал. Ну да. Ой-ой-ой-ой-ой. Ёшки-матрёшки. Ёшки-матрёшки. Там летает. О! Нифига. Ой-ой-ой, подожди. Нифига себе, ты там... Я разбился. Поражение. Покончил с собой. Давай повтор сделаем. Теперь ты попробуй погнаться. Понял, слушай. Мне понравилось. Надо, чтобы я за тобой погонялся. Победа. Не знаю, как это с твоей стороны выглядит. Наверное, сам процесс интересен. Но у меня именно как созерцание выглядит очень забавно. Взрывы рядом. Давай это как там? Повторитесь. Так. R2 там нет? Нравится. А, вот полный кайф опять. И... да. Повтор. Картинка, правда, другая уже. Да, надеюсь, это то же самое. Полный кайф. Название, кстати, вообще реально... Да, реально полный кайф. Особенно, когда в самолете летишь. Прям, знаешь, так просчитываешь, как бы обогнуть там. Цель-то вроде появляется, вот как попасть. Вот я не помню, я за кого был-то. Подтвердить настройки. А, вот, да, я теперь появляюсь. Бам-бам-бам-бам. Все, поехали. Запуск сессии. Надеюсь, да, действительно, это оно и есть, хотя название, ну, как бы... Да-да-да, вот я тут бегуны, а ты охотники, походу, должен быть. Готов. Готов. Поехали. Я поехал. Ну, почти. Еще загрузка идет. Сейчас посмотрим с обратных сторон. Я с канистрой опять такой стою. У меня УЗИшка. Блин, задание крутое. А, у меня тут мотоциклы, слушай. Ты на мотоцикле случайно был? Нет, я был на скоростной машине. Слушай, я на мотоцикле. Есть один шлем. Что я тебе могу сказать? Это как бы с одной стороны хорошо для тебя, с другой стороны не очень. Мне уже страшно, слушай. Ты там же где-то уже взлетаешь, наверное. А, кстати, ты на карте у меня не обозначаешься. Да, кстати. Так, ладно. Ракеты! Выбрала! Блин, я так назад оборачиваюсь, мне все равно страхово, что за мной сейчас самолет выйдет. Сейчас услышишь двигатель, вот тогда бойся. Так я просто вспоминаю, как я за тобой гнался, с каким увлечением это было, ты бы знал. Это реально круто именно на самолете лететь. А сейчас мне будет эпично, наверное, смотреть за взрыв. Я уже тебя вижу, тихо. Тихо. Сюда ну нафиг. Все, что ли? Это было слишком легко. Слишком изи. Но это может быть потому, что я был на самолете. Ой, на этом. Вот ты такой с этим. Ну тупил. Что ты там? Подожди. А, да. Где тут? Алло! Где тут повторить? Такой.
А, повторить, блин. А тут нравится. Нету, походу. Только нравится. Ну ладно, нравится. Отметить. А что, повторять будем или что-то другое выберем? Еще погоняешься за мной. Нет. Что, еще раз хочешь? Ну давай, попробуем, чтобы это поэпичнее у тебя выглядело. А, подожди, она исчезла. Давай, заново? Заново, да. Угу. Не тё так не тё, угу. Прикольно, прикольно. Вообще прикольно. Только меня быстро сделал ты. А, мне еще раз за охотника? Да-да-да. А, окей. Ну, блин. Надо мне хотя бы до города добраться, чтобы тебе посложнее было. Интересно, у нас сейчас транспортные средства разные будут? А вот не можно знаю. Подождать вообще людей, чтобы подзашли. А, ну так интереснее будет. Rockin' me, baby. Rockin' me, rockin'. Ну давай подождем маленько. Ну давай подождем. Так, представляешь, целая команда будет. Это будет вообще эпично. Угу. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Я вот даже не знаю, если сейчас наберется толпа, то играть за кого? Ну, если наберется толпа, то мы давай с тобой за охотников. Или ну, давай ты будешь за охотника, а я буду за жертву, которую надо убить. И посмотрим с твоей стороны, как это будет выглядеть. Ну, твои подписчики. Угу. Вот. Ну, а потом, если там захотим повторить, то уже наоборот. Ну, или если будет много народу, то можно будет погоняться за ними. Главное, что народ был. А чё, там отсчёт идёт? 8 секунд. Это может быть, когда новые подсоединятся, или наоборот, когда начнется игра? Да, я так полагаю, игра начинается уже. Ну ладно. А, ссылка приглашения игрокам, запуск сессии, ну все. Окей. А, я полагаю, я должен был сам рассылать. Хотя открытое же так, было. Так, надо бегунами быть. А, я охотник. Ага. Угу. Готов к игре? Так, надеюсь, мне не мотоцикл дадут. Я когда по тебе стрелял ракетами, а, да, опять мотоцикл. Когда стрелял по тебе ракетами, там они реально не попадали. Они как-то мимо летели. А ты до конца фокусировал, там должен был? Да-да-да, красный, чтобы был. Интересно. Видать, у меня какой-то встроенный уворот был. Наверное. Прям они реально летели не туда, куда надо. Видишь, просто фишка в том, что тебе нужно еще периодически оглядываться. Ну я оглядывался, я тебя прям видел. Прям серьезно, я тебя видел. И ракеты как летели в меня, я тоже видел. Жескач! Это страшное дело. Ну я поначалу не буду сейчас так сильно наседать. Окей. Главное, дай мне в город выбраться, вот там реально тебе тяжело будет достать меня. Там, знаешь, мимо небоскребов всяких кто-то летать. Окей. Пипец, двигатель громкий. Я тебя уже вижу. Ха-ха-ха. Ты прям на этом же месте тогда и... Да-да-да. Та-ра-ра-та-та. Где ты там? Я слышу тебя. Ой-ой-ой-ой-ой. С пулемета стреляешь. А, все, ты на карте у меня теперь... А, нет, все, потерял. Где ты? Покажись. Вон он ты. Я тебя вижу. Летает такой. Ждет, когда же меня можно будет застрелить. Ну как жду. Я просто стараюсь пилотировать так, чтобы не погибнуть. О, черт! Ух ты! Вот, уже начинается. Уже можешь как бы атаковать. Уже каменные джунгли тут пошли. Как бы вот уже будет сложнее тебе. Каменные джунгли тебя. Вау-вау-вау-вау-вау-вау. Ой, подожди, стой, я тут мотоцикл у меня зацепился. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не стреляйте по мне, дяденька. Весьма, так скажу тебе... Двигатель немножко пониже сделал, но тут тяжело тебя вычислить-то, а? Ох ты ж, блин, тут только тень твою вижу. Я вообще теряюсь, я не вижу, где ты есть. О, покончил с собой. Это было эпично. Да уж. А я вообще застрял. Неудобно, конечно, в этом. Да-да, вот именно в городе. А ты бы еще по шоссе ехал, я там мимо всяких этих...
мостов летал. Такой средний палец просто. Избитый такой. А у меня вообще получилось, что я на крышу дома какого-то залетел. Там потерял этот мотоцикл. Давай еще какое-нибудь задание посмотрим. Такие вот рандомные, неплохие вроде. Ну да. С высоты плохо тебя видно. Ну, а вот это да. Вот смотри, в дрейфе что-то есть. А, прыжок с парашютом не надо. Вот гонка тоже. Нафиг гонку. Вот задание, есть парковка. Кредитным мошенникам нужно уничтожить спорткары, припаркованные в аэропорту. Страховщикам нужно защитить эти машины. Страховка покрывает... Тут на улице орёт. Страховка покрывает всю партию, так что если хоть одна уцелеет, выплат не будет. Мошенники заплатят только за уничтоженные всех спорткаров. То есть нам надо будет уничтожить спортивные машины. Чё, может попробуем? Или защитить. Да, или защитить. Нет, скорее всего уничтожить. Не знаю.